Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему городку Санкт-Петербургу, узнавать, кто жил в домах, которые мы частенько наблюдаем. Улица Марата, 52, год постройки 1877, стиль эклектика. Я пользуюсь сайтом City Walls. Доходный дом Алферевых Завойко. Дом с 1879 года принадлежит сестрам Марии Васильевне и Софье Васильевне Алферьеве в замужестве Завойко. Софья Васильевна Алферьева Завойко была талантливым художником и любителем. Картины Софьи Васильевны до сих пор попадаются в антикварных салонах и аукционах. До 1889 года работы подписывала девичьи фамилии. После 1889 по мужу Завойко. Дом полностью принадлежал семье Алферьевых Завойко. Семейное захоронение сохранилось на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. В этом доме жил композитор Лядов Анатолий Константинович в течение 13 лет с 1884 по 1914. Долгое время зданием владели члены семьи Завойко. Некоторое время жил здесь адмирал Василий Степанович Завойко. Василий Степанович был первым военным губернатором Камчатки, организатором и руководителем Петропавловской обороны 1854 года. Это был человек, много сделавший для становления российского военно-морского флота. В память о нем на Охнинской верфи в Петербурге была построена яхта «Адмирал Завойко». Во Владивостоке адмиралу был поставлен памятник. Его именем названы поселки, улицы, вулканы, мысы. Потомки Завойко живут здесь и сегодня. Кстати, по легенде, во время войны здесь проживала агент Абвера, который при помощи фонаря сигналила фашистским летчикам, бомбившим блокадный Ленинград. Но была обнаружена жителями дома и обезврежена сотрудниками ленинградского ЧК. В 1950-х годах здесь часто бывал генерал-лейтенант МГБ Калугин. Здесь проживала его сестра Курда М., родная сестра. С 1930 по 1955 год работал в НКВД МГБ, где в ее функции входила охрана руководящих деятелей Ленинграда. Сын Калугина, Олег Дмитриевич Калугин, генерал-лейтенант КГБ, после издания в США книги «Первое главное управление» получил негативную оценку среди своих коллег из внешней разведки и остался на ПМЖ в США. Президент Путин и ряд сотрудников российских спецслужб называли Калугина предателем. В настоящее время квартира расселена. Вот такая небольшая информация, может быть, несколько сумбурная по дому номер 52 по улице Марата. Пока-пока, до свидания. Я пользовался сайтом City Walls. Пока, до свидания.